Так, как мне показать, чтобы было видно? Вот у этой курочки носик кривой. Или мне кажется? Я сегодня заметила, что у нее носик на бочок. Кривой клюв. Хотела я ее оставить, но, видно, не судьба. Где? Хохлатка у меня одна такая. И кривой клюв. Ну, в принципе, она клюет, веселая. Да? Штаники как чистят свои. Да, такие штаны, конечно, не очень-то им нужны чистить. Лук уже не успеваем съедать. Еще насажала. Цыплятам даю по 2-3 перышка. И курам иногда, кроме как репки, перепадает зеленый лук. Сегодня у нас опять солнышко. О, кошка гуляет. Басюха. Куры то выйдут, то зайдут. А на градуснике у нас сегодня 6,6. Обход делает. Цыплятам сварила не одну гречку, а с пшеном на рыбном бульоне. Пришло на кухню солнышко, пока еще на диване, и немножко на полу. И вот они начинают громоздиться на солнышко. Замерзли, да? Солнышко? Ждете. Так, а там-то что завернули всю покрытию? А, чуды в перьях. Кашку не доели. Типочки. Красавцы мои, многие ушли, под столом сидят, типа, на газетке спят там. Я их сегодня хочу подольше. Надо закалять, в бурдузе жарковато, а здесь 20 градусов. Нам через недельку их в курятник, в клетку выносить. Надо чистить брудер и ждать новое поколение. Цыпоньки. Ты у меня совенок, похоже, да? Или не ты? С ушами большими. А? Да, ты. Стал тоже подпрыгивать, летать. Что там отец делает, непонятно. А, снег раскидывает с цветов в бугор. Типа. Идите на солнышко, сидят там. А потом я эти клеенки, я их теплым верхом стелю, теплой стороной. Потом я их, когда загоню, эти клеенки на крыльцо, вынесу, они подсохнут, щеткой смету, каку ихнюю, всякие отходы. Потом сверну, опять домой принесу, чтобы они грелись. Мое хозяйство. Забыла
в Ашане были, купить для денежного дерева горшок большой. Придется в следующий раз на улице с этой стороны дома. Все оттаяло. Цветочки видны.